уклоняться. Ой-ой-ой-ой-ой! Это 6 человек, у каждого по 4. 6 на 4. 24 выстрела могут сразу. О, красиво! Это было красиво, но не метко. Но не метко. У них же еще... Ой, попал четко кто-то! Закашляла машина! Ну в этот раз я тоже поддался. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, я Килька, Форум, Гусанек, Фуфлик, Итачи, Заварной кофе, пацаны, поздоровайтесь. Привет. Здравствуйте. Всем привет. Ребята, у нас сегодня очень классная серия будет, потому что пацаны будут защищать базу и не должны дать взорваться этой бомбе. А я буду стараться подъехать на каждой технике разной и пытаться их взорвать. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Сначала пацанам я разрешил использовать только РПГ. Если будет очень легко мне доезжать и взрывать эту бомбу, значит пацаны смогут другое оружие использовать. Но думаю, что РПГ это будет очень прикольно. Так, для начала возьмем легковую машину. Пацаны, ну что, вы уже прицелились? Да, мы на прицеле. Погнали. Мы тебя не видим. Ну, допустим. А, видим. Не видите? Тут же специально такие небольшие уклоны. Я вижу, уже РПГ полетели. 6 человек пытаются меня взорвать. Ха-ха, не попали. Я знаю, и бомбу сейчас взорву сразу. Ой-ой-ой. Так это что, легко сейчас будет мне? Ой-ой-ой, рядом, рядом, рядом. Ой-ой-ой. Хорош, хорош. А! Все, минус. Да. Ладно, я проверял, видите? Хорошо играете, молодцы. Попробую, ребята, еще раз на машине. Сделаю только немножко по-другому. Эта машина более управляемая. Эта машина была не сильно управляемая. Ну что, погнали. Я в любом случае взорву эту бомбу, так что... Да, смотрите, этот ролик до конца, я в любом случае взорву. Так, сейчас беру еще раз более быструю машину и уже начну брать бронетехнику разную, потому что у нас очень много классных машин. Ну что, полетела, психичечка. Мы уже выехали, летим со всей скорости. Он возле моря, ребят. Красиво, красиво. Да-да-да, я уже в обход еду, бомба же возле забора здесь. Смотрите, как красиво сейчас проскочу. А, я аж дернулся, блин. Ну блин, ну пацаны, вы что такие жесткие? Так, теперь у нас есть машина, которая выдерживает больше взрывов. А если прям вообще будет мне сложно это сделать, чувствую, что не так уж и легко будет, то я возьму робота здорового. Не надо, дядя Дима. А чё, прикольно. Он медленный, кстати, пацаны. Так, ну что, давайте проверим. Что я как дурак, не валяшкин. Да накали моя... О, промахнулись, отлично. Косожок. Мимо, 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 все мимо. Мимо, отлично. Попали. Надо уклоняться постоянно, по прямой нельзя ехать. Видите, ничего никто не попадает. Ой-ой-ой, красиво. Ой, четкое попадание, выдержал. Машина горит. Машина есть. Горит. Красите. Я подъезжу. Практически, ребята, это самый близкий подъезд. Пока что. У нас горит. Они считаются. Так. Берем другую машину бронированную. Полетели. Вот эта машина быстрая. Давайте будем прям сдалека ехать, чтобы им тяжелее было попасть. Че, прикольно с РПГ стрелять, пацаны? Да. Они управляемые, и знаете, тут уже как бы надо уметь. Ой, блин, край карты, край карты! Ё-моё, нет-нет-нет, уезжаем, уезжаем. Ой-ой-ой, прям под колеса! Косожоп. Ай-яй-яй! Да я специально вам поддаюсь, серьезно говорю. Да я поддаюсь, ну вы что, не понимаете, что это поддача? Я психанул, я психанул. Да я случайно стрельнул пару раз там. Случайно, второй раз. Ой-ой-ой. А там, пацаны, я уже точно проеду. Смотрите, как я уклонился. Вы видели этот эпичный уклон? Ой-ой-ой, в двигатель попали. Ай. Нормально, нормально, пацаны. Танк хороший. Ой-ой-ой. Косожопы, косожопы. Есть, я доезжаю до бомбы.
Смотрите, вот моя бомба. Ну что, пацаны, прощайте. Да вы сейчас взорвете бомбу. Есть. Короче, на танке оказалось легко, пацаны. Но я выдержал очень много попаданий. Нет. Ребята, все-таки я бомбу взорвал, и теперь я им разрешил брать более мощнее базуки. Но они неуправляемые, но у них очень большой радиус, и они могут сразу 4 ракеты выстреливать. Сейчас вы все увидите. Пацаны, я погнал. Ой-ой-ой, ими, кстати, очень сложно попадать. Очень. Так. Ну и даже если вы рядом будете попадать, я все-таки, наверное, взорвусь. Так, давайте почекаем, что у них там происходит вообще. Ой-ой-ой, как они там стреляют. Так. Дима на крысу. Я вылетаю со всей силы. Уклоняться. Ой-ой-ой-ой-ой. Это 6 человек, у каждого по 4. 6 на 4. 24 выстрела могут сразу. О, красиво! Это было красиво, но не метко. Но не метко. У них же еще... Ой, попал четко кто-то. Закашляла машина. Ну, в этот раз я тоже подался. Типа мощнее, да, пацаны, базуки будут? Да. Так, давайте возьмем вот такой вот танк. Это танк медленный, кстати. У вас есть всегда шанс меня подорвать. Да? Конечно. А, тут же есть прицел. Дима, спасибо. Спасибо. Это было рядом, да, пацаны? Красиво они там подрывают. Да, еще летят там много, да? Так, ну что, танк это, ребята, сила, я вам скажу. Ой-ой-ой, это прям какая-то война у нас жесткая. Так что, ребята, не забываем ставить лайки, подписываться на канал. Мы выпускаем ролики каждый день. И каждый раз что-то придумаем новое и новое. Если эта рубрика зайдется, то мы будем записывать что-то более еще ярче. Ой-ой-ой, по прямой лучше не ехать. Пока они сейчас долетят ракеты, я вот так уклонюсь. Ой-ой-ой, забахали жестко. Ответочка, что-то вы, пацаны, не умираете. Бум, есть, двоих вынес. Объезжаем, объезжаем, потихоньку объезжаем. Смотрите, потихоньку ехал на танке и не смогли меня подорвать. Вообще, да, вот и бомба моя. Ну что, пацаны? Есть. Да блин, я уже даже выстрел нажал. Все, Дима. Да я нажал выстрел, серьезно говорю. Че я не стрельнул, наверное, перезарядка была. Ну ладно, я в этот раз тоже подался. Так, давайте, чтобы было веселее, возьмем вот такой вот скоростной грузовик. Попробую на скорости прогнать. Тоже. Полетел. Так, вот так вот будем ехать. Эй, надо на базе сидеть, кто там вышел, это нечестно. А, я ж вас убил, и они бегут теперь с моей точки спауна. Пацаны, вы же там своих не мочите. Я бегу. Отлично, отлично. Не надо. Объехал через горы. Представляете, как красиво? Объезжаем. Надо вот так, просто по красоте. Ой-ой-ой! Ой! Блин, у меня там колеса вроде как поотрывало. Вот это было эпично, ребята. Ну, прикольно получается. Так, теперь берем вообще мега быструю машину. И постараюсь объехать с другой стороны и сразу в бомбу врезаться. Вот это мощь! Вот это мощь! Куда ты его? Саня, выдай это. Так. Так, Дима едет? Дима, ты возле... А, нет, вон он. Вижу, говорят, да? Вот это скорость, ребята, постарайся объехать с тыла. Летим. На моей стороне скорость. Все мимо, потому что я очень быстро еду. А вот и бомба, приближаемся. Да кто это взорвал? Ну, в этот раз, скажу честно, я не поддавался. Да, конечно. Да, ты всегда не поддавался. Так, все, ребята, опять берем мощный танк, который я первый раз смог взорвать бомбу. Теперь у них нету шансов. Хочу все-таки взорвать бомбу и позволить им еще более мощнее оружие взять. Не убил, да, никого? Есть, убил кого-то. Есть, объезжаем. Ну?
Вот я и приехал. Бомба, бомба, бомба! Есть! Есть! Получилось! Отлично! Отлично! Ты мощные танки берешь, у которых много жизней. Ну что, ребята, второй раз я тоже смог взорвать бомбу, и теперь я пацанам разрешил брать мощные пушки. Вот с этого пака я вам сейчас покажу. Greenwich Staff. Здесь просто нереально классные пушки, пулеметы, все есть. Но вот эту пушку я не разрешаю ПВО брать, потому что она очень читерская, и у меня шансов просто никаких не будет. Все остальные можно. Ну что, давайте опять начнем с маленькой машинки. Дерби возьмем, она как раз для таких прикольчиков. Погнали. Ого! Ого, вы что там взяли? А что за пушка такая мощная у тебя? Все мимо! А что вы за пушку взяли такую там? У нас такая пушка разве там есть? Да, да, да. Да? О, давайте для прикола вот такой возьмем. Ну чё? Ой, колбасик. Вот это я уклонился. Это был специальный маневр уклон. Надо с горы вот так тихонечко выезжать. Ух, свистят, у меня аж камера вся дрожит. Летим, летим, летим. Красиво, ребята. Ну я специально, вы что, не понимаете, я поддаюсь вам. Я так понял, что против этих пушек никакого смысла мне брать нет легковые машины. Давайте тогда возьмем вот такую машинку у нас есть. Машинка. А что нет, когда отскакивают? Что там, не попало по вам? Что за читерское оружие? Что у вас там такое творится? Вы что там понабирали? Блин, разрешил пушки брать. Можешь хорошо прилететь, посмотреть. Танк. Да, начнем танк с разных танков. Я знаю, что в этот раз я тоже обязан пушку подорвать. Ой, бомбу. Ого. Тут даже пишут, куда тебе попал. Хорошо, хорошо. Хорошо. Так, сейчас будем, ребята, делать по-хитрому. Там есть уклоны на этой карте. Буду использовать горы, как уклон. Не надо, не поможет. Посмотрите сейчас. Они меня ждут с той стороны, я тут все это резко выезжать. Смотрите, ни одна не попала. Ого, там снарядом прилетело. Ты психопаты, что ли? Блин, ту сторону чекают, надо с другой стороны выезжать. Так, объезжаем гору, объезжаем ее потихонечку. Есть! Я уничтожил их мощные пушки. Бам! Ну что, ребята? Главное, что умение есть. Я смог, ребята. Даже с самыми мощными пушками, которые у них есть, я смог. И самыми. Любое оружие можете брать, но все-таки вот ту пушку. И давайте даже с той пушкой. Хотите с той пушкой попробовать? Да, я беру. Все, ребята, я разрешаю брать любое оружие, которое у них есть. И я попытаюсь взорвать бомбу. Вот это там ядерный гриб. Полетела психичка. Разрешил им взять мощные все-таки пушки, и я думаю, что у меня получится. А если я не смогу вас убивать, тогда эту пушку я запрещу. Обстоятельства. Дима, все силы отдали? Да. Я промахнулся, я сейчас ту пушку уничтожу. Ай! Взорвали! Жопу высунул, да? Была видна жопа моя? Ну блин. Я не хочу эту пушку. Она читерская, да, та пушка? Нет, оружие возьму. Да, оружие тоже можно любые брать. Ой-ой-ой. Отлично, отлично, уклонился. Летим. А кто-то сзади бежит кроликом. Ой-ой-ой. Кого-то я сбил случайно. Ребят, не бейте, это вот так лежит. Дима, я бегу к тебе. Прям над головой пролетело, жестко.
Завис Гаррис Мод! Нет, Гаррис Мод, не зависай! Ребята, пушки мы в этом ролике брать не сможем, потому что вылетает Гаррис Мод. Мы делаем такую дичь, что Гаррис Мод просто не справляется. Так поэтому, ребята, любое оружие, кроме монеток и бомбы. Ага. Я погнал. Сразу газуем вниз, пока они не открыли огонь. Ой-ой-ой, чего там такое взяли? Так, давайте вот так встанем, будем стараться их тоже уничтожать. Попал? Не успел стрельнуть! Не успел стрельнуть даже. Представляете? Форум, ты зачем себе 10 тысяч хп сделал? Я не знаю, но само сделал. Я привык, ребята, что играть с читерами. Тут не столько, сколько у него жизни, а чтобы я бомбу успел взорвать. Ну что, смотрите, ребята, с первой попытки это делаю. Полетел, полетел. Промахнулся. Открываем огонь. Бум! Красиво, красиво, ребята, прорываемся. Не получится, не получится. Смотрите, просто в последний момент уклоняюсь. И все ракеты мимо. Ну что? На. А, ракета, бомба, бомба. Ну, есть, есть. С одной попытки на танке возможно сделать. Короче, против танка никакие пушки не действуют. Вот что это означает. Но именно прям крупнокалиберные. Да, тяжело очень танк сбить. Очень тяжело. Это означает, что танк во все времена и во все века был очень мощным оружием. Если вам понравился этот ролик, и он вам поднял настроение, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Как всегда, ребята, эпический взрыв. Мы живы! Стойте, стойте! Так не должно закончиться. Вот да. Такая у меня есть бомба, смотрите. Во! Блин, близко кинул, близко кинул! Во! Вот это по-нашему! Эпический взрыв.